Раз, два, три, мы втроем остаемся. Нет. Двоих оставляем, остальные пускай идут в лес все спят. Все. Значит так. Направление, я вам так подскажу. Вот это. Помните, там амфитеатр маленький, да? Есть. Вы выйдете там, Сергей? Ага. Вот, если мы сейчас выйдем через водокачку, вот в направлении, вот в эту сторону, начинайте шерстить. Сейчас я только позвоню, скажу, что мы готовы, чтобы потом не были, а вы вышли первые. А кто здесь охраняет? А здесь, а потом делаем ротацию. Вы как, останетесь или пойдете? Нормально. Вы готовы? Вот давай так, будете вы готовы, вот как вы придете, там расчехлитесь и говорите нам, хорошо, что мы готовы, мы начинаем движение. Все, я жду. Давай, вам 5 минут. Все, перекур, они еще не дошли, понимаете? Давайте, ребята, в тенек не перекладывайте, то есть наоборот. Так, короче, группа. Тенек и приседайте, чтобы не переохватил. Шестой канал, все, докладывайте, все говорите. На площадку, да, сюда, знаю. Нет, туда. Мы сейчас, если они там, то мы зайдем как бы с тыла им. Вижу одного. Говорю, вижу одного. Там есть. Давайте цепью. Цепью передай, давайте цепью и двигаемся прямо. Цепью на левую сторону нужно встать и двигаться прямо. Есть контакт один человек. Там где один, там и... Там где один, там остальные. Направление по ходу движения на 12. А вот... Цепью левую сторону берем. Нас тут заметят.
без очков никак. Это мертвяк, что ли? Походу, это мертвяк. А? Мертвяк, что ли? Я худо слышу. Да. Может, это не страйкболисты? Да, это, наверное, не страйкболисты. Что они что, щелкают? Хорошо, что мы не начали пидолить. Это, походу, не страйкболисты, но это очень плохо. Это не какая-то там тренировка. Нам предлагают выйти и с ними сказать, что тут игра, и чтобы они были внимательны. Давай. Это какие-то с другой серии. А они страйкболистов не видели? А? Страйкболистов не видели таких же? Тут я не думаю, что они в этих джунглях сидят, да? Я думаю, им главная задача зайти в этот самый. Сейчас мы выйдем на остановку, получается. Там где-то. Обед.